Ситуация, которая сейчас в нашем городе, она стабильная, но напряженная. Учитывая прогноз, который дает метеосводка, дожди будут идти сегодня еще до почти утра, ну, в разной, скажем так, в разном формате. Завтра с утра дожди прекратятся, но к вечеру опять будет непогода. Поэтому все службы настроены на работу. Дежурные распределены, работа продолжается и сегодня по расчистке тех завалов, того мусора, который несет река Мелекчисне и те притоки, которые дают паводок. И у нас сегодня по системе единой ЕДС у нас всего лишь было одно обращение официально. Мы выезжали на место, это адрес по улице Глухова. Там действительно ситуация тревожная, там и подтапливаются только дворы. Пока информации о том, что топится жилье, нет. Поэтому приняты меры определенные, туда завозится силами МЧС песок в мешках, где укрепляются подходы к дворам для того, чтобы отвести поток воды от дворов. Еще раз говорю, что сегодня официальных заявок на подтопленные жилые дома нет. Те люди, которые сегодня у нас размещены в пунктах временного размещения, так сказать, это те люди, которые, скажем, немножко перестраховываются и боятся, что ночью могут попасть в какую-то непогоду. Мы идем им навстречу, мы их расселяем в пункты временного размещения и следим за ситуацией, как она будет развиваться дальше.